Указом президента с 1 сентября базовая величина исчисления пенсии, минимальная пенсия по возрасту, пособие инвалидам с детства, минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, повышается на 10%. И это не связано с инфляцией. За 7 месяцев ее показатель оценивается как низкий и по предварительным данным составляет 4,3%. Повышение на 10% направлено на поддержку получателей пенсии и пособий, которые во время пандемии могут нуждаться в продуктах, лекарствах или других услугах. Исходя из текущих возможностей, расходы бюджета составят дополнительные 1 триллион 40 миллиардов сумов. Выделяются эти средства в рамках внутренних возможностей. На это не будут привлекаться займы из-за рубежа. Отметим, что базовая расчетная величина остается без изменений с 1 августа прошлого года и составляет 223 тысячи сумов. Она применяется при определении размеров налоговых платежей, сборов, штрафов, государственных пошлин, платежей за оказываемые государственные услуги и лицензию на занятия предпринимательской деятельности и других платежей.